Просто показывали их там на форточке. Отключаем серебину на самой форточке и прикручиваем шарик один. От шарика от ось меряем 160 миллиметров, прикручиваем второй шарик. Отмечаем также. Здесь мы отметили серединку и вторую отметку поставили, куда будет придет второй шарик. Прикручиваем два шарика. Этот сюда. Этот за подлицо. Здесь. Таким образом он открывается. Нужно будет открыть, закрывается. Закрыли, на спиндере, все. То есть центр, от центра от шарика, 16 сантиметров отмечаем и подкручиваем. Газлив сначала, проверили, чтобы он открывался, и следующим уже устанавливаем второй. Также серединка и 16 сантиметров ставим второй шарик. Все плотно было. Все прижимает.